Хотите увидеть любимого блогера с утра? Я вчера вымыла свою голову и ее не укладывала. Вот, вот такая я просыпаюсь. Да, наверное, Кузя напишите все вы. Ну а что, я думаю, меня знаете уже из тех сторон, из этих, а вот с утра самого вы меня еще не видели. Вот это я. Девочки и мальчики, привет всем! Ну что, сегодня у нас вторник, 28 мая. Сегодня тот день, когда я буду находиться на очистительной системе от алоэ. Помните, я вам говорила, что я купила? Сейчас, секундочку, возьму вот... Когда вы покупаете эту систему, вам приходит книжечка вместе с продуктами, которую вы должны использовать... Так, которую вы должны использовать... во время чистки. Я не читаю всю вот эту вот лабуду, вот, но сейчас в данный момент вам покажу, как, чего и что я буду делать. Ну вот что, вот книжечка, да, называется C9, то есть вот очистительная система на алоэ, как бы она сделана, это из этой компании, которой я пользуюсь кремом уже 4 года. Значит, вот это все я не читаю, хотя, наверное, должна. Все, что мне интересно, это что мне нужно делать с первых дней. Первые 2 дня вы будете голодать, то есть ничего не есть. И написано, что первые 2 дня они как бы подготавливают ваше тело, ваш мозг к тому, что вы будете чиститься, и она как бы делает ресет. То есть как мы делаем ресет на телефоне, на компьютере, то есть перезагружаем свой организм. И вот расписан первый день, да? Первый день, допустим, завтрак. И меня сначала смутило вот эти вот бутылочки. И я позвонила сразу Оле и говорю: Оля, мне такие бутылочки не пришли. Ну вот она говорит: ну бутылочки это просто так уж они нарисованы. На самом деле все это сделано совершенно по-другому. И я сейчас вам покажу как. Ну вот, смотрите, написано завтрак, допустим, 2 таблеточки гарсинии, потом 30 минут вам нужно ждать, выпить алоэ, разбавленное с водой, и потом 1 таблетку Them Tablet. И после этого вам нужно 30 минут хотя бы позаниматься какими-то физическими упражнениями. Так вот, я показываю вам. Приходят вот такие вот штучки, и на них, видите, написано гарсиния. 2 таблетки. И написано, видите, гарсиния 2 таблетки. Полчаса подождали. Берете алоэ вера, которая тоже ко мне пришел в бутылках, да? И как бы пьете так, как написано. И потом вы принимаете 1 таблеточку, которая вот здесь же находится, видите, Forever Therm. Therm какой-то. Дальше идет в этот же день снэк. Вы берете вот такой пакетик. Вот он тоже приходит. Прямо вот в этой коробке он приходит. Берете в этот пакетик, разбавляете с водой. Это файбер. И, значит, пьете. Потом идет ланч. Также вы кушаете вот эти 2 таблеточки. Потом 30 минут ждете. Потом алоэ. Потом вы размешиваете вот это вот чудо. Называется оно Forever Life Ultra. Шоколадный или ванильный. И как бы размешивайте с любым напитком. Написано, можете с водой, можете с молоком миндальным, или с соевым молоком, или с кокосовым молоком, но не с настоящим молоком. Вот. И потом опять 1 таблеточка, которая здесь же вот находится. И так далее. В принципе, все понятно, просто я не понимала вот эти вот бутылочки, почему они мне не пришли, но они, как я сказала. Первый и второй день, они просто одинаковые. А здесь с 3 по 9 тоже все одинаково. Это вот все, что вы должны делать. И я все вам покажу, что я делаю. Только первые 2 дня вы ничего не кушаете, а потом вы можете кушать, но вам скажут, сколько, чего и как. Ну, в общем, вот такая поправочка.
Сегодня я, в принципе, уже начала, и я сейчас вам покажу, в каком состоянии у меня вот. Я приняла уже на завтрак 2 таблетки и 1, и на ланч я приняла еще 2 таблетки, и попила алоэ, и вот сейчас я буду, значит, уже и снэк приняла, вот эту штучку, и сейчас я буду разбавлять с молоком вот этот напиток с кокосовым, и буду это принимать. Короче говоря, там ложечка есть в этом пакете. И вот этой мерной ложкой вам нужно положить в бутылку или куда вы там будете. Вот видите, мерная ложка. Вот этот порошок. Этот порошок я разбавляю с молоком. С кокосовым молоком. Вы можете это делать в блендере. Можете добавить льда, если хотите, да. Просто я как бы не очень хочу в блендере. Все, что вот я делаю, это я беру бутылку. И я ее буду взбалтывать. Это не крышка, не от этого. Ну вот, бутылочка. И я буду ее вот так вот взбалтывать. Не знаю, поможет, смогу ли я это все взболтать или нет. У меня так вот бутылка была мокрая, то вот эта вся продукция пристала к стенкам. Наверное, лучше все-таки делать в блендере. Ну ладно, ничего страшного. В принципе, я показала вам, сколько я вешу. Я уже думаю, раз я буду показывать программу, то я, конечно, покажу. Но как я сказала, и как я говорю сейчас, да, чистка вашего организма, она не поставлена на то, чтобы похудеть. Да? Это просто побочный эффект. И кто-то худеет много, кто-то немного. Главное почистить свой организм для того, чтобы у вас не было каких-то запоров, не было зашлакованности в организме, да. И вот это очень важно, в принципе. Я, как я сказала, я чищусь каждый год. Я чистилась на Коловаде. И сейчас я решила вот поменять это, так как я стала дистрибьютором этой компании. Я на самом деле верю этой компании, да, потому что я пользуюсь ей 4 года. Ну и, короче говоря, вот такой вот напиток, очень вкусный. Я думаю, сейчас попробуем. Я, конечно, размешала очень плохо. Надо все-таки в блендере. Потому что кусочки вот этого всего не размешаны. Ну ладно, уже что делать. Не советую вам бутылки делать. Делайте в блендере. Ну, в принципе... Не выливать же уже. Первый раз напортачила. Ну, ничего страшного. Ну, девочки и мальчики, сегодня первый день. Запомните мое лицо. Запомните меня. Даже не знаю, как вам себя показать-то теперь. Первый день все-таки. Ну что, девочки, ну вот такая вот я. Вот показываю вам все. Бока у меня, конечно, наросли. Ну, пока буду по мере возможности показывать вам каждый день, что я кушаю, что я делаю. Потом вы можете это видео себе сохранить. И также, как его использовать, как инструкцию, что ли. Потому что я каждый день буду у Ольги спрашивать, а что дальше, а что дальше, а что дальше. Поэтому сегодня вот первый день. Ну, пока все. Не умею я снимать такие видеоинструкции. Итак, конец первого дня, и все, что у меня осталось от первого дня, это вот 2 такие таблеточки. Сейчас я скажу, как называется опять. Гарсини. 2 таблеточки гарсини. Я принимаю времени сейчас 7 часов. И сейчас я их приму с большим стаканом воды. И потом, через полчасика, я приму алоэ. Налью себе алоэ 4 аунса. Ну, 4 аунса это вот... 4 аунса. Переведите. На экране напишу, перевести 4 аунса. У меня есть алоэ вот такой, который пришел уже с очистительной программы. А есть вот такой, который я заказывала давно. Но, в принципе, этот просто без всяких подсластителей. А этот вот такой вот с наполнителем персика. Итак,
Значит, я беру две таблеточки горсеньи. Они очень большие, кстати. И старайтесь пить как можно больше. Когда принимаете таблетки, обязательно пить на стакан воды. И ждем полчасика и будем пить алоэ. Прошло полчаса, и мы начинаем принимать напиток алоэ вера. Смотрите, сколько я примерно, я все время делаю на глаз. Я не отмеряю 4 аунса или что-то, вот я так вот. Примерно вот столько наливаю. И мы сейчас нальем водички. Сейчас вернусь. За ваше здоровье, господа. Без наполнителя. Я привыкла, что с наполнителем. Он такой вкусненький, как сок получается. А без наполнителя он полезней, но не очень вкусный. В общем, вот так. А потом, перед тем, как я лягу спать, написано, что опять нужно принять также алоэ. Тоже такой же стаканчик. И все. Завтра буду опять взвешиваться, покажу вам, сколько я вешу. Потеряла ли я что-то за один день. Всем спокойной ночи. И это был день номер один. Девочки, мальчики, следующий день. Второй день у меня очистки. Давайте посмотрим, сколько я вешу. О, 164,2. Итак, дорогие мои, сегодня второй день чистки. И мы начинаем опять с завтрака. И на завтрак у нас входят две таблетки горсини. Я жду полчаса, и потом я принимаю алоэ. Приняла таблеточки на завтрак. И завтрак у меня продолжается. У меня алоэ, который стоит всегда в холодильнике. Вы, когда покупаете алоэ, то вы его можете не ставить в холодильник. Но как только открываете его, после открытия оно всегда должно быть в холодильнике. У меня, значит, стакан воды. Я добавляю туда алоэ. Вода должна быть комнатной температуры. Не теплая, не холодная, а комнатной температуры. И за ваше здоровье. И это мой завтрак. Не могу сказать, что вкуснятина. Не могу. Но полезно. После этого, как я допью алоэ, я приму одну таблеточку. Называется он, по-моему, Therm. Вот, и это у меня на завтрак. Дальше идет ланч и ужин. У меня время перекус, то есть снэк. Вот такой вот пакетик там дается, да, fiber. И что я делаю, девочки и мальчики, я не накрашена. Сегодня я отдыхаю. И вот, вот этот вот перекус я опускаю сюда, разбавляю с водой и пью. Девочки и мальчики, ну что, у нас день второй продолжается, и я сейчас буду принимать полноценный ужин. Две таблеточки, значит, горсини. Видите, у меня два дня. О, господи, уже испугалась, думала, у меня таблетка осталась. Два дня у меня полностью использованы. Берем таблеточки, вот такие, вот такие. И водичкой запиваем. 30 минут ждем. И после этого принимаем алоэ. Опять, как я вам показала, наливайте с водой, выпиваете. И перед сном
Еще раз алоэ, стаканчик с водой. Все. До завтрашнего дня. Завтра опять буду вставать на весы. А вы будете смотреть. Вы знаете, встаю на весы, и опять вот своими мозгами все равно думаю, это программа для похудения. Хотя знаю, что это программа для очищения. Вообще, знаете, алоэ, он чистит лимфу. А если, ну, лимфу крови. А если вы знаете, лимфа – это канализация. Поэтому нужно ее почистить. Поэтому лимфу будем чистить. Итак, день третий. Доброе утро. Смотрим. О, пожалуйста, 161,4. Ура! Что, девочки и мальчики, а? 161,4, взвесилась! Сегодня день третий, и начинаем мы его с завтрака. Итак, я принимаю 2 таблеточки гарсини, потом мне нужно подождать полчаса и начинать пить алоэ, и потом следующую таблеточку, вот эту я принимаю, да? Я сейчас принимаю таблетки и еду в офис, и как раз за полчаса, у меня как раз будет полчаса где-то, я приеду в офис, и в офисе включу видео, и мы будем с вами пить алоэ. Ну что, хорошего вам дня. Пожелала хорошего дня. А сама... Я же обещала, что я при вас буду кушать. Это завтрак. Итак, берем 2 таблеточки. Вот теперь всем доброго дня и здоровья. Девочки и мальчики, прошло 6 часов, хочу сказать. Прошло полчаса, а челка все еще не на месте. Ну что, полчаса прошло, и я сейчас буду принимать алоэ. Его нужно обязательно взболтать, прежде чем пить. И вот я беру водичку, немножко отпила от бутылки, чтобы добавить алоэ в воду. Вот так. Примерно 100 грамм, да? Я не измеряю, опять же. Ну, наверное, лучше измерять, но я этого не делаю. Я не крашусь в данный момент, потому что идет чистка, и мне хочется быть чистой снутри, и снаружи, и внутри. Потом, после 9 дней, я сделаю видео, где я похудевшая, накрашенная. Итак, начинаем принимать алоэ. Кстати, сегодня третий день, и уже можно кушать. Но кушать можно всего 600-700 калорий в день. То есть я сейчас приготовила себе, пожарила, даже не пожарила, а водички полила, да. Я положила, горсточку шпината, разрезала котлетку, которую делала себе на пару, да, и залила яйцом. Все это я перемешала, значит, и вот положила в баночку, принесла с собой. Но буду кушать, обязательно покажу вам, конечно. Ну, как без этого. А сейчас пока принимаю алоэ. Девочки и мальчики, сожрала и даже забыла сделать видео. Последний кусок проглотила и думаю, блин, ну ладно, господи. Сказала вам, что было в коробочке, правильно? А сейчас я, значит, это все скушала. И мне надо будет, через часик, через два я, может... Возьму себе снэк, то есть вот этот перекус в виде пакетика Fiber. Ну, в общем, не показала, да, даже говорю, покажу, когда буду есть. Но вкусно было после 2 дней, когда ты не кушаешь. То есть 2 дня же у меня было, я вообще ничего не ела, кроме саплементов вот этих. Не могла дождаться, когда открою эту баночку и съем. И поэтому ела и даже не думала о видео. Ну что, это все еще тот же третий день, девочки и мальчики. Каждый раз, когда я принимаю какие-то таблетки, и все, я каждый раз не могу снимать, потому что я просто забываю, это элементарно забываю. Я приняла, взяла так, положила в рот таблетку, запила, потом, забыла видео сделать. Ну, в общем-то, у меня сейчас третий день ланч, да. Я приняла, вот только что приняла 2 вот эти гарсинии. И сейчас буду пить алоэ, потому что уже прошло 30 минут после того, как я их приняла. Сейчас я буду пить алоэ. И потом... Так,
надо подсматривать. Потом я выпью алоэ, и потом я сделаю вот этот шейк. Шейк вот из этой, из этого порошка. Он протеиновый, абсолютно без всякого глютена, абсолютно, я не знаю, по-моему, ни холестерина, ничего вообще нет. Я читала, Оля мне ссылку скинула, я читала все эти составы, как они работают, почему они в этой системе. В общем, просто сногсшибательно. Поэтому я сейчас коктейль буду делать после того, как я выпью алоэ. Ну, я не знаю, может быть, это видео будет очень неинтересным, потому что я на самом деле никогда не снимала вот эти пошаговые инструкции, что и как принимать. Но поддержать я вас смогу. Кстати, простите за шум, это у меня вот кондиционер работает. Ну вот стаканчик алоэ, я опять налила столько алоэ, воды, и буду пить за ваше здоровье. Вообще, на самом деле, я принимала всегда алоэ, как я сказала, с наполнителем, с каким-то, да, вот персиковое что-то. И сначала я не могла даже пить его, вот этот вот алоэ, без всего. А сейчас опять нормально, знаете, привыкла, и абсолютно нормально, не так и как-то так неприятно или что-то. Просто он не сладенький. Но, конечно, когда вы сидите на очистке, лучше не принимать. И вообще не надо принимать с наполнителями, потому что в коробке с очисткой, ой, как тихо стало, в коробке с очисткой вместе идет вот этот алоэ без наполнителей. Потому что вначале я сказала, что я и этот могу, и этот. И на самом деле в первый день я даже с наполнителями пила, не поняла ничего. На самом деле лучше принимать, конечно, вот такой, без всяких наполнителей. Буду делать шейк, покажу вам. Блин, только бы не забыть, только бы не забыть. Эй, вы там наверху? Эй, вы там наверху? Короче говоря, делаем сейчас шейк. Берем вот такую вот, мерную ложку. Кладем в блендер. Вы можете налить любого напитка. Я наливаю себе кокосовое молоко. Опять же, я делаю на глаз. Вот сколько налила, столько и до свидания, как говорится. Обязательно кладу сюда немножко льда. Сейчас, секундочку. И лед я кладу не для того, чтобы было холодное, а для того, чтобы лед взболтал все, что там есть. Ну что, готовы? Музыку вам слушать, нет? Так, ну что, открываем. Какую бы мне кружечку побольше. Побольше, я хочу кружечку. Вот такая кружка у меня есть. Пока у меня Винсента нет, пока он не видит, что я его кружку взяла. Он очень ревностно относится к тому, что я беру его кружки, потому что я всегда все разбиваю. О, просто идеально. Идеально. Так, девочки и мальчики, это самый приятный момент дня, когда ты на чистке. Вот такой вот коктейльчик выпить, честное слово. Смотрю не туда, не знаю, вот туда надо смотреть, по-моему. Все, пьем. Там, наверху, не топочите, как слоны. Это такой балдеж. Я еще сейчас соломинку возьму. Ну, чтобы клево было. О. Такой балдеж. Это такой балдеж, девочки и мальчики. Еще сегодня только третий день. Еще 6 дней. Но ничего, мы выдержим. На Коловаде вообще сидела 14 дней. А тут только 9. Хочу, извините, хочу слышать ваши
читать ваши комментарии, как вы справились с этими 9 днями. Так. Еще сегодня что-нибудь сниму обязательно. Что там? А, я сегодня еще кушать буду. Я же кушала сегодня котлетку с яйцом и со шпинатом. И вечером буду есть, наверное, кусочек рыбки и какой-нибудь салатик сделаю. Сегодня 162, а вчера был 161. День пятый. Так вот. У нас шестой день. Давайте мы посмотрим, сколько я вешу. Так. 160.2. Ну что ж, неплохо. Ну что, девочки и мальчики, 160.2. Пересчитайте на свои килограммы. Я сейчас не очень, честно говоря, не хочу даже считать. Но, в общем-то, начинали 168, а сейчас 160.2. Что, начинаем свой завтрак. Я несколько дней пропустила, то есть взвешивалась каждый день, но пропускала, потому что каждый день вот это снимать, это очень, честно говоря, нудно и скучно, да и не нужно никому. Потому что каждый день здесь одно и то же. Вот здесь вот целый день, завтрак, обед, ужин, завтрак, обед, ужин. И абсолютно одинаково. То есть между ними вы принимаете коктейли и все такое. Ну вот опять я вам рассказываю. Я, значит, получается 5 дней, да, на этом... Получается, 5, да, 5, это шестой день. Шестой день, да, что сейчас как бы происходит в моем организме, да. Стул у меня наладился, так скажем, да, если уже мы говорим о чистке, то мы обязательно говорим о стуле. У меня он происходит каждый день или два раза в день. То есть я, видите, какая у меня талия опять появилась. Вот. Я очень довольна, честно говоря, да, и, конечно, еда, что я бы вам посоветовала, что легче всего сделать. Я делала, вот я вчера, допустим, вообще сделала завтрак, допустим, 2 яйца, потом шпинату положила, помидор, луку, все это я перемешала, и я сделала вот ну, такую порцию и разделила ее на 3 части. То есть я ела ее на завтрак, я ела ее на обед, и я ела ее на ужин. То есть вот так вот на 3 части разделила, чтобы даже не париться, потому что совершенно не хочется 3 раза готовить в день по какой-то маленькой фигне, что-то туда, ну, вообще даже, да, неохота. Вот, позавчера я, допустим, просто сделала салат. Салат сделала, я ела его целый день, и на завтрак я его ела, и на обед, и на ужин. В общем, я делаю очень все просто. Сегодня я еще не знаю, что я буду делать. Может быть, вообще сварю какой-нибудь суп и съем, поем немножко на обед, на завтрак. Если чистка, то не обязательно, знаете, извращаться с какими-то рецептами и делать что-то такое, как говорится, какие-то щечки, теленочка с чем-то там, как Женя рассказывала, как сейчас блогеры делают. Ну, в общем, начинаем сейчас, вот я начинаю опять это вот гарсиния, да, 2 таблетки гарсинии, да, я их принимаю сейчас со стаканом воды. Я честно вам скажу, в этой чистке нет ничего такого, чтобы вас пробрал понос. Здесь ничего нет слабительного. То есть мне пишут: Наташа, ну я работаю, я боюсь, как бы, как, что делать. Нет ничего слабительного. Абсолютно вы ничего не почувствуете, чтобы вас... Вот в Коловане, допустим, да, там я когда чистилась, там постоянно в туалет, да. Здесь вообще такого нет. Поэтому здесь абсолютно все идет натурально, чисто. Вы принимаете алоэ, по-моему, получается 3 раза в день. Я даже 2 раза, по-моему, пропустила обед, потому что мы поехали с девчонками в шопинг, я забыла эти таблетки с собой, что вам, конечно, не советую, но вот так у меня получилось, да? Много разговариваю, сейчас приму, и мы с вами дальше начнем. Таблетки огромные для меня, потому что у меня же бандаж желудочный стоит. Поэтому я в нем их очень аккуратно принимаю. После этого я жду полчаса и потом принимаю стаканчик алоэ. Встретимся с вами через полчаса. Ну что, мои милые, хорошие, прошло полчаса.
Я подготовила воду в стаканчике. И вот, посмотрите, мой алоэ. Кстати, осталось здесь уже все. Уже ничего почти не осталось. С Cleaning System, вот с этой системой, приходит два таких больших пузырька. Это вот первый пузырек у меня. Я его как бы доиспользую. Все, вот, все. И буду его пить. Девочки и мальчики, если вы хотите эту чистку, пожалуйста, напишите мне. Я дам вам ссылку, я дам вам номер спонсора. Ваш спонсор будет Винсентом. И вы обязательно почиститесь. Не купите подделку, потому что я слышала, что можно купить где-то чего-то дешевле. Всегда где-то чего-то можно дешевле купить, понимаете? Но главное, чтобы здоровье не повредило. Поэтому, конечно, уже вам решать, где и чего покупать. Но вот я вам говорю, я вам могу помочь найти эту систему, если вам надо. Смотрите, какая я стала сегодня. 160! Кому скажи 160 килограмм, скажут, милая, какая же ты была. Нет, 160 паунтов. Кстати, я приехала в Америку, я была 160 паунтов ровно. И вот потом я начала поправляться. Когда сделала желудочное бандажирование, то я весила где-то 130 или 128. Это было очень мало. И вот тогда, когда фотографии такие, где я очень худая. Это вот как раз, когда я дошла до очень сильной худобы, которая мне не идет, хотя по параметрам она была нормальной, потому что это получается где-то я весила 50 с чем-то килограмм, да, и мой рост 50, 157, 158. Но это для меня было ужасно, очень я была худая, вот, и сейчас вот я такая, какая я приехала в Америку, именно 160 паунтов. И если я буду вот держаться в этом весе, то я абсолютно нормально себя буду чувствовать. Как бы я... Мне же 52 года уже, поэтому в августе будет. Все, девочки, за ваше здоровье. Потом после этого алоэ я буду делать коктейль. Вот сегодня я, допустим, на завтрак сделаю коктейль. Я коктейль пропускала, потому что иногда я ела на завтрак, вот как я сказала вчера, яичницу с беконом, ой, со шпинатом, с луком, с помидорками. Я не делала коктейль. Сегодня я сделаю коктейль, потому что я ничего еще не приготовила. Поэтому, хотя вот, ну я так делаю, допустим. Да, может быть, это неправильно, может, надо и выпить коктейль. И там написано, что только на вечер нужно 600 калорий ужин съесть. Но вот Ольга мне сказала, лучше его, говорит, на части разбить, чем, говорит, ты за один раз не ела и съела. Ну вот так я делаю, как Ольга мне сказала. Кто меня будет спрашивать ссылки, я обязательно дам телефон Ольге. И обязательно с ней свяжитесь, потому что если что-то вам будет непонятно на сайте, если что-то вам будет непонятно с продуктами, она обязательно вам поможет. Вы ее найдете в WhatsApp, добавите и будете с ней разговаривать. Она как бы меня до сих пор учит, поэтому я как бы тоже новенькая. Поэтому если я не знаю какой-то информации, я лучше давать вам ее не буду, а дам номер телефона Ольги. Поэтому вы скажете просто, что от меня. Все, сейчас буду пить алоэ, и потом мы будем делать коктейль. И как всегда, каждый день я делаю этот вкусный коктейльчик. У меня шоколадный, там два выбора, шоколадный или ванильный. Вот я выбрала шоколадный. Потому что когда ты на какой-то диете, на очистке, на чем угодно, всегда хочется что-нибудь такого шоколадного. Так, что я делаю дальше? Я кладу немножко кусочков льда. Несколько кусочков льда для того, чтобы все это перемешала. Вот буквально столько кусочков льда. У меня, значит, молоко вот это вот кокосовое с миндальным вместе. Вы можете сделать с любым напитком, главное, чтобы он был, там не было много сладостей. А вот, сможете. Ну, даже можно с обезжиренным молоком, если хотите. Добавляю. Вот так примерно. И все, начинаем взбалтывать это все. И у меня крышка. Крышка. И все. Stay right here. Stay until
девочки и мальчики, вот. Кстати, наверное, будете ругать меня опять, что я не накрашена, но, как я сказала, я на чистке, и я хочу быть чистой изнутри и снаружи. Короче говоря, наливаем этот волшебный напиток. Ой, какой он вкусный! А. И еще раз за ваше здоровье. Соломинка, видите, какая огромная. Удовольствие сидеть на такой чистке, просто удовольствие. Ни голодухи, ничего, но ты чувствуешь, что ты теряешь сантиметры. Сейчас попью, и еще тут вот осталось у меня. Все. Теперь полностью идеально. Вкуснятина. А вы думаете, что я там перед вами танцевала? Чтобы вы видели, как человек хорошо себя чувствует. Только что капнула. Как человек себя хорошо чувствует, когда он худеет. Я желаю вам того же чувства. Итак, завтрак наш заканчивается. И по завтраку я должна принять после коктейля вот эту таблеточку, называемую Терм. Видите, вот у меня завтрак полностью. Принимаю. Теперь я подожду полчаса. И пойду делать планку. Полностью я ее до сих пор еще пока делать не могу. Я сразу вам говорю. Показывала вам на видео кусочками, потому что полностью сделать невозможно сразу. Очень легко звучит. 5 минут в день, и все хорошо. Но эти 5 минут, я вам хочу сказать, очень трудно даются, на самом деле. Особенно, если планка с одной поднятой ногой. Это вообще атас. Невозможно. Больше 10 секунд. Больше 6 секунд. Я не могу ее выдержать, честно. Поэтому сразу вам говорю, если вы не можете сделать все эти упражнения, а тем, кто попросит у меня чистку, я обязательно пришлю упражнения также. 5 минут в день называются, да? И обязательно вам пришлю. Но если у вас сразу они не получаются, даже не расстраивайтесь, у меня они тоже не получаются. Ладно, будем добивать, чтобы получалось. Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing in me. Say you're believing, you're believing in me. You're believing. Итак, девочки и мальчики, прошло пару часиков, я позанималась, я поделала там свою работу на компьютере и беру пакетик, называется он Fiber, и в воду высыпаю содержимое. Fiber, для чего Fiber? Ну, это клетчатка, как бы, я так думаю, Fiber это клетчатка.
Я его размешиваю вот так вот в бутылочке. Ну, я думаю, для того, чтобы не голодать, для того, чтобы все вычищалось. Блин, надо прочитать, для чего хоть файбер-то вот. Рекламщик тоже. Не, я читала, честно говоря, но я уже забыла. Просто компания настолько хорошая, что даже не парюсь. Вот, но сейчас прочитаю и обязательно скажу. Ну, все правильно сказала. Чё, прямо аж, я аж прямо испугалась, пошла, думаю, сейчас наговорила. Да, это клетчатка, которая помогает очищать ваш организм, ваш кишечник. Помогает сбросить вес. Ну и, в общем-то, вот один раз в день принимаете в наборе 9 таких вот палочек идет. Принимаете раз в день. Ну, в принципе, когда заказываете этот клинайн, там все можно прочитать о нем. Что, чего, как, что туда входит, если так сильно, знаете, кто-то очень хочет знать, там все расписано абсолютно. Я вам каждому пришлю, где можно почитать про этот файбер. Даже не сомневайтесь. Ну вот я, в принципе, показываю, что я приготовила. Котлеты из индейки и салатик. И это буду я есть, наверное, ну, дня 2-3. Ну, конечно, не котлеты, а салат буду есть дня 2. А с котлеты-то надолго. Ну, в общем-то, из индейки можно. Главное, чтобы не было из мяса. Хотя из мяса тоже, наверное, можно. Главное, чтобы 600 калорий. Но индейка все-таки полегче, чем мясо. Ну, вот такие вот у меня. Вот так. Девочки, мальчики, 7-й день. Встаю. Посмотрите. 159,8. Yeah! Итак, девочки и мальчики, вчера был последний день чистки. Встаем на весы. Смотрим. 159,4. Вот вчера я была 158, допустим. Сегодня 159. Но я ж не худела и очистилась, как вы сейчас помните. И это здорово. Просто себя показывать не буду, только проснулась. Хотите увидеть любимого блогера с утра? Я вчера вымыла свою голову и ее не укладывала. Вот такая я просыпаюсь. Домовенок Кузя, напишите все вы. Ну а что, я думаю, меня знаете уже с тех сторон и с этих, а вот с утра самого вы меня еще не видели. Вот это я. Что я вам хочу рассказать? В принципе, вся очистка прошла настолько легко, что я даже, честно говоря, не заметила. Да, там нужно пошагово повторять то, что тебе делают, но это не так сложно. Я даже два раза там пропустила какие-то шаги. Ругаете меня за челку сейчас в данный момент, я прекрасно знаю. И что хочу сказать. Те, кто хотят чистку, потому что я в прошлый прямой эфир сказала про чистку, и вы не представляете, сколько мне пришло этих писем. Да? Писем пришло много, Наташа, я хочу очистку. И я послала ссылку, и, к сожалению, почти все мне написали: Наташа, мы не понимаем, как купить, мы не понимаем, что делать, где дискаунт, я не вижу скидку 15%, и, в общем-то, это было очень тяжело. В данный момент тем, кто хочет чистка, что будет под видео? Под видео, вот прям под видео в инфобоксе, будут написаны данные Ольги, которая, вот вы видели все ее на видео, да, она как бы мой начальник, можно сказать, да, потому что я под ней подписана, и она меня учит всему этому, она мне советует там все, да. Дело в том, что я напишу данные, как с ней связаться. Пожалуйста, свяжитесь каждый с ней, она вас научит, она вам поможет купить, она вам посоветует, что вам нужно. Поэтому мы посчитали так, что это самый легкий вариант и самый лучший вариант, чем вам мучиться ходить по сайтам. И многие купили без скидки, что меня очень расстроило, потому что вы можете купить с 15% скидкой. Очень легко, там нужно просто зарегистрироваться и
почему они дают вам 15% скидки, потому что компания как бы надеется, что раз вы зарегистрированы, значит, когда-нибудь вы захотите вести бизнес с этой компанией, и, значит, если вам понравится продукция. А продукция нравится абсолютно всем, поэтому хотите, покупайте всю жизнь с 15% скидкой, хотите, знаете, вот как вот, если вы проходите чистку, да, вы прошли чистку, вы показали своим подругам, посмотри, какая я стала. Подруги, вау, что это такое? Вы можете посоветовать им купить, и одновременно вы заработаете на этом деньги. Как бы это ваше дело, ну вот я это выбрала, да. Поэтому я никого под себя не подписываю, да. Если хотите делать бизнес, то вы подпишитесь под меня. Если нет, вы просто зарегистрируйтесь под, ну, под Винсента. И Винсент у нас спонсор. Вы зарегистрируйтесь и будете покупать с 15% скидкой. Как бы это выбор ваш, никто вас ничего не заставит. Давайте я вам, знаете что, я покажу вам сейчас себя. Я не знаю, вот экрана нет, но вот так вот я выгляжу. Посмотрите. Я, если говорить, то похудела я на 4,5 килограмма где-то, да? Может, это не так много, но на самом деле я это все очень чувствую. Чем больше вы весите, тем больше вы потеряете, естественно, да? Но я-то говорю о том, что не только я похудела, а я хорошо себя чувствую. У меня даже вот бандажирование, да, мое, оно зыкало, то сейчас у меня вот такого нет, у меня все абсолютно нормально, у меня все как-то стабилизировалось. Девочки, стул просто нормализуется до 2 раз в день. Это очень хорошо. Но извините, у меня вот такое сегодня видео, поэтому мы должны об этом говорить, правильно? Ну и как бы я очень, я от души желаю каждой женщине и даже каждому мужчине, если вы хотите почиститься, я желаю вам удачи. Вы в данный момент можете смотреть меня спереди и сбоку. Я, в принципе, вижу очень большую разницу. Я вот сейчас вот здесь и здесь. Поэтому я хочу вам сказать, посмотрите на меня здесь. С обоих сторон вам себя показываю. В принципе, такой я себя давно не видела, я вам хочу сказать. Это произошло за 9 дней, да? И так происходит не потому, что мы худеем и кушаем мало, а потому что мы очистили свой организм, потому что вышло много шлаков, очищается лимфа. Лимфа, как я сказала, это наша канализация. То есть ваш организм свободно вздохнул. Я думаю, что это стоит $100, по-моему, это стоит, да, и, по-моему, $103, да, если со скидкой брать. Все это, я вам хочу сказать, стоит того, чтобы вы могли это сделать для себя хотя бы раз в год. И принимайте алоэ, пейте там по 100 грамм на стакан воды комнатной температуры утром натощак. Это также начинает организм работать, начинает переваривать хорошо пищу. Это все очень-очень полезно. Поэтому вот я сегодня в красных штанах. Вот так вот я. Вот так вот я, девочки, выгляжу теперь. Хвастаюсь? Да, хвастаюсь. Я на самом деле хвастаюсь по-доброму, потому что на самом деле я сама очень рада, что все это произошло. Я буду стараться питаться правильно, ну, после этого. Конечно, там написали: ой, если как бы питаться потом вот так же после этого, то наберешь. Конечно, наберешь. Не только наберешь, но еще и с собой приведут килограмм. Поэтому, если вы смогли дойти до хорошей вот своей точки и как бы похудеть, старайтесь это сдерживать. Это самое трудное — сдерживаться в одном весе. То есть похудеть одно дело, но удерживаться в этом весе тяжело. Поэтому нужно, конечно, стараться. Подумайте о том, прежде чем положить кусок в рот тортика, да, подумайте. Это просто сиюминутное, просто секундное удовольствие вкуса вот этого тортика во рту. Но когда мы подходим к зеркалу, где оно? Где оно, то удовольствие, которое мы получали от тортика? Нет, его вообще нет. Мало того, оно испортило нам удовольствие жизни. Поэтому, девочки мои, я всех вас люблю. Нажимайте, нет, не нажимайте, идите под видео, пишите Ольге. Контакты Ольги в Фейсбуке. Я даю вам контакты ее в WhatsApp, там телефон в WhatsApp. Девочки, кто живет в Америке, вы можете просто позвонить, да.
А вот те, кто живут не в Америке, а то в WhatsApp бесплатно звонить. Пожалуйста, звоните Ольге. Не забудьте сказать, что вы от меня. Скажите, я от Наташи. Обязательно это нужно сказать. Вот, и тогда все, она вам поможет. Это классно. Она вам посоветует, она вам поможет. Когда вы получите продукцию, у вас будут вопросы, она вам проконсультирует вас. Один главный момент. Мне одна женщина написала. Только забыла, вот чуть не забыла. Одна женщина мне написала: Наташа, я купила чистку, у меня все пошло пятнами, пошла аллергия, все ужасно, я не знаю, что делать. Я вообще, честно говоря, так перепугалась. И говорю: вы купили через меня? Она говорит: нет, я купила не через вас, я купила через Amazon. Девочки, милые мои, эту продукцию можно купить только через дистрибьютора и только из компании, которая ее продает, да? Что вы покупаете на Амазоне, что вы покупаете на eBay, подумайте о том, даже если вы сэкономили какие-то там, я не знаю, сколько, за сколько она купила, за столько же или дешевле, но если вы нашли что-то дешевле, на $30 дешевле, подумайте о том, неужели $30 стоят вашего здоровья? Это риск. Девочки покупают на Алиэкспресс крема под глаза и пишут: мне не помогло. Где купили? На Алиэкспресс. Ну, извините меня. Неужели... То, что вы принимаете вовнутрь, нужно покупать только от компании. Пусть это будет немножко подороже. Не позарьтесь на дешевые цены. Не позарьтесь на это, я вас умоляю. Потому что я не знаю, откуда этот продукт. Такой или не такой. Единственный способ – это проверить. Так вот, задайте себе вопрос, стоит ли проверять на себе, подделка это или нет. Я не знаю, я никогда этого не понимала. Можно купить туфли, как говорится, подделку, ремень, сумку – это все фигня. Но то, что... связано со здоровьем, извините меня, я никогда этого не куплю и вам никогда не посоветую. Конечно, я не вправе говорить вам, что делать, но если вы купили что-то на Амазоне, на eBay и пишете мне: Наташа, это такой же продукт, даже не пишите мне, потому что это неправильно, это некрасиво, это несправедливо. Покупайте там, где вам сказали. Вот. Это то же самое, что вместо врача пойти куда-нибудь в лес и прийти, и какой-то человек в лесу сказал, что я врач, и слушать его. Понимаете, вы же идете к врачу, там, где он сидит в кабинете, он сидит под лицензией. То же самое, эта продукция продается с сайта, с компании, где лицензия, где все это есть, где все можно позвонить по телефону, узнать. Амазон, кто вам продал, чего вы купили продукцию, вы даже не можете спросить, как это принимать. А если у вас что-то на второй день, какой-то вопрос, у кого будете спрашивать, у Амазона? Извините меня. Поэтому вот все, что я хотела вам сказать. Удачи вам всем. Я знаю, что заказы пойдут, потому что 200 ссылок вчера послала и почти на 150 ответила, как это купить. Поэтому очень мне было сложно вчера. Сегодня делаем по-другому. Мы идем прямо к девушке, которая 9 лет занимается вот этой компанией. Все. Всем пока.